Почему? Почему ты ушел от меня тогда? Данте. Сюжет, к сожалению, не нов, так единодушно. Над этим смеется свет. Ты мне очень нужен, а я тебе вовсе нет. Искусство притворства с досады постигло давно. Ведь это так просто. Смеяться, когда не смешно, и вместо проклятий придумать приветствие весь при виде объятий, осколками слез давясь. Я хотел увидеть искаженное от ужаса лицо стального мальчишки, ребенка этого Гогенхейма. И сердце закрыть на засов. Уставилось небо. И тогда он меня бросит, ты понимаешь, глазами почему я его ненавижу. И времени кости. Я в злобе иду ломать. Я жду тебя в гости, а ты не придешь опять. Я так лицемерна. Рецепт очевидно простой. С той девочкой нервной, кого ты считаешь женой. Улыбки как листья растут на моих губах, но все ж от убийства меня отделяет шаг. Красным светом что-то бьет в глаза. Небо ядом пролилось. Под рассветом крови полоса. Слава богу, просто не сбылось. Продолжу, прощаясь. Триша была первой женщиной, которую я полюбил. Не водится и последней. В колючках скандалов. Вот как. А когда 400 лет назад мы только встретились, разве не ты она шептала о любви мне? Совсем. Тогда еще молодой и неопытный. Не выходит, меня подводит память. Так, кто играл с нами? Провидца, Гогенхейм. Мне грустно и счастье давно. Читая по лицам, эти дети все вернут себе. Я вижу дурное кино. Истерзанным дорогим его сыном. И ревность. Ничего не получится. Я хочу видеть. И сдохнет, как крыса. Их лица, когда у тебя на у них из-под носа философский камень. Лица тех, кто все потерял. Think you're there, if you wanna listen to them, in other words.